Всем здравствуйте, вы на канале Дом Бобра. Сегодня очередная посылка iHerb, она тоже была распечатана, как и предыдущие. Так выходит, что вокруг меня соседи все делают ремонт, как раз праздники закончились, и я не могу физически снять качественный обзор для вас без этих стуков, рюков. Возможно, вы сейчас что-то отдаленно будете слышать. Итак, одно из средств уже уехало, я его вам сейчас здесь размещу. Детский сироп от кашля с вишневым вкусом, я о нем рассказывала уже не раз. Природный гомеопатический сиропчик для временного уменьшения кашля, который вызван простудой, гриппом. Также хорошо устраняет скопление в пазух носа, заложенность горла, бронхиальный кашель, отличное бронхиальное застой. Испробовала на себе, беру не первый раз, все заявленное исполняет, я всем его рекомендую, берите, не пожалеете. Также, что уже начала, это вот такой отличный препарат от Country Life, стеклянная любимая баночка. Хорошая компания, основана в 71 году, натуральное сырье. Келп – это разновидность водорослей, которые произрастают в океане. Известен как зеленый суперфуд и является отличным натуральным источником йода. И, как известно, йод способствует укреплению здоровья щитовидной железы и участвует во всех обменных процессах нашего организма. Принимать по одной таблетке в день во время еды. Я напоминаю, что нужно еще проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Возможно, у кого-то эндокринология, щитовидка. Все только по назначению врача. Мне прописал наш йодомарин врач, но я решила попробовать еще отсюда. Arctic Kelp, хорошее средство. Тоже Kelp уже брала, но от этой компании первый раз. Вот такие таблеточки, они с какими-то вкраплениями водоросли немножко измельчили. Принимаю каждый день, не вижу каких-то отрицательных побочных эффектов. Здесь 300 таблеток, хватит мне надолго, буду принимать на постоянной основе. Компании Boiron, или как его называют, Boiron, правильно говорить. Вот такой циклиз ПМС я взяла, 60 быстрорастворимых таблеток от симптомов ПМС, устраняя дискомфорт, боли, вздутие живота, раздражительность. Это гомеопатическое средство, вообще это семья Boiron. С 32 года занимается предоставлением гомеопатических лекарств. Это мировой лидер в области гомеопатических средств. Также пишет, что временно снимает этот препарат предменструальные симптомы для девочек от 12 лет и взрослых женщин. При появлении симптомов растворить 2 таблетки под языком утром и вечером, пока не исчезнут симптомы. Я еще не пробовала, я его уже открыла, мне было интересно. Я хочу сказать, что в составе здесь есть фолликулинум. Как он правильно, да, фолликулинум. Я почитала, что это гомеопатический препарат, изготовлен на основе одного из видов эстрогена, женского полового гормона, фолликулярных тканей яичников, эстрона. Поэтому я хочу, прежде чем принимать, показать своему гинекологу перед приемом. Вот такие таблетки в блистерах, ничего такого существенно интересного. Хочу сказать еще, что врачи не любят, когда к ним приносят гомеопатические препараты. Относятся к гомеопатической медицине вообще остро, отрицательно, я бы сказала, очень. Поэтому, ну, послушаю. Возможно, и не буду принимать. Пусть врач принимает за меня решение по моей гормональной карте, что у меня происходит. Возможно, мне это нельзя, тогда отдам кому-то, кому они подойдут. От Mother Labs дочерней марки iHerb. Долго я сопротивлялась, но наконец-то купила этот очень известный бестселлер. Шампунь с биотинами комплекса витаминов группы В для придания объема волосам. Для более густых здоровых волос. Пишут, что здесь сбалансирован pH, без жесткости, и разработан он без сульфатов и парабенов. Очень большой объем, здесь 414 мл. Как обычно, все цены вы видите и ссылочки на продукты в описании. Лечебный шампунь с цитрусом, обогащен биотином, пантенолом, лебедой, белками льна и экстрактом мушмулы. Попробовав этот шампунь на моих поврежденных окрашенных волосах, скажу, что мне волосы он сушит. Хорошо вымывает, но без кондиционера его использовать я не рекомендую. Волосы жестковаты, абсолютно такой проходной шампунь на каждый день. Есть дозатор, легкий запах трав и цитрусовых. Ну, ничего такого особенного я не увидела. Возможно, надо еще попользоваться, но по эффекту 3 раз помыть голову, вот то, что я увидела, мне подсушивает. Хочу еще раз напомнить, что iHerb переместил всю корейскую косметику на страницу Lovelette. Вы не пугайтесь, переходите и ищите ее там.
Там я и нашла вот такой крем для очень сухой кожи от Пунгкагонг Юл с использованием ингредиентов экстракта цветка жимолости. Меня покорила упаковка, но отличнейший состав. Также есть в составе пептиды и церамиды. Это увлажняющий продукт, не раздражая даже чувствительную хрупкую кожу. Почитала, кстати, об этой компании, потому что уже очень много средств. Пунгкагонг Юл имеет 40-летнюю традицию сбора только в экологически чистых районах своих трав, на основании которых производятся экстракты растений. Уже от этой компании брала и тонер, и лосьон. Очень нравится. Это успокаивающий, увлажняющий крем для очень чувствительной кожи. 50 мл. Уже пробовали. Очень понравился и мужу, и мне. Имеется вот такой дозатор. Очень приятный, очень такой легкий, но в то же время настолько питательный, настолько хорошо увлажняет, имеет очень нежный, ненавязчивый аромат, хорошо впитывается. Легкий-легкий кремушек, подходит для раздраженной кожи. Такая приятная очень консистенция и не оставляет маслянистых никаких следов. Причем этот звездный ингредиент здесь, экстракт жимолости японской, он очень полезен для кожи, обладает противовоспалительными также свойствами. Церамиды, керамиды, как их еще называют, пептиды в комплексе создают защитный увлажняющий барьер, который сохраняет кожу упругой, дает противовозрастные преимущества, хорошо от морщин помогает. И последнее волшебство, которое я покажу, обнаружила на Лавлета вот такие очень крутые увлажняющие тканевые маски, сочный лимон по хорошей цене, крутые растительные ингредиенты, здесь 20 ингредиентов, 100% чистый японский хлопок, маски отличнейшие. Я наносила, так как и заявлено, с утра, и позволяла свершиться чуду всего через 55 секунд. Я держала больше, но они поистине пробуждают кожу утром, освежают лицо, но пощипывают, поэтому для чувствительной кожи я не рекомендую. Одну я уже использовала, они прямо вот 5 штук в составе здесь внутри, без всяких индивидуальных упаковок, они 5 штук в сывороточке. Классно увлажняет, сужает поры, служит основой для последующего макияжа, больше не нужно ничего наносить. Это японская компания, японские маски, очень уважаю японскую косметику. Здесь прямо 7 в одном: очищение, тоник, сыворотка, эмульсия, крем, антивозрастной уход. Просто супер. Сразу после сна вы умылись, очистили лицо и нанесли, можно больше ничего не делать. 20 старательно отобранных растительных масел и экстрактов. Розмарин, шалфей, японский боярышник, чабрец, роза, лаванда, масло мяты, органа, шиповника, голубика, сахарный тростник, лен, апельсин, лимон и кондиционирующие авокадо, артишок и алоэ с медом. Это нечто. Честно, я хочу их купить большую упаковку. Там еще есть из 30 масок. Обязательно ее куплю. За любые деньги они того стоят. Потому что вы превращаетесь действительно вот в такую счастливую мордашку, напитанную. Вот эти все экстракты просто отлично питают кожу. Она обновлена и готова идти вперед, покорять новые вершины. Я надеюсь, что была вам полезна с этим видео. Посылочка была небольшая. Извините, что нет пока стандартных распаковочек. Я думаю, мы к ним еще вернемся. Обязательно подписывайтесь на канал. Я буду всех очень ждать. Всем всегда рада. Будьте здоровы, красивы. До свидания.